Державна установа Український науково-дослідний протиочумний інститут імені Мєщенка, Міністерство охорони здоров'я України. Лабораторія даного исследовательского института определена сегодня как лаборатория, работающая с инфекциями коронавируса. Для нас это стало новостью, и возмущает то, что эта новость стала для нас, как говорится, в последнюю очередь. Хотя я, как председатель городской комиссии по ТПЧС, должен был узнать это одним из первых, для того, чтобы обратить внимание, приехать сюда гораздо раньше и поинтересоваться, чем необходимо помочь и обеспечить работающий медицинский персонал. Этого не было сделано, как и все у нас делается в последнее время. Просто поставили перед фактом, что лабораторный центр на Старосиной будет принимать теперь у нас ПЦР-тесты из области, а научно-исследовательский институт противочумной будет работать в городе с городскими тестами. Лаборатория на сегодняшний день не укомплектована. Ну, например, вот я вам прочитаю один из пунктов, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Сегодня в действующей лаборатории, первый пункт, налагодження системи вентиляції в приміщеннях заразної зони. Ви розумієте? Вентиляції немає. Ну, о чому тут можна говорити? Що тут оборудовано? Хто-то це, коли назначали, хто-то вот это посмотрел. Это же немного времени стоит и немного денег. И есть люди, которые сегодня готовы помочь. Ты узнаешь, что мы можем выделить. Перешлю сейчас, фотографирую, перешлю эти списки. И мы начнем формировать те необходимые средства защиты для медицинского персонала. Что касается всего остального, оборудования, проговорим сейчас со специалистами, в чем с частными компаниями, которые занимаются вентиляцией, которые занимаются другими агрегатами, для того, чтобы они нам помогли.